личное пространство. Всем привет, с вами Пупсик. Ну, Пупсик начинает проходить Watch Dogs на ПК. Проходить сюжет, поэтому мы едем на сюжетное задание. Это мы еще посмотрим. Деньги, репутация стараюсь зарабатывать во время того, когда я не записываю видео, чтобы это не было слишком, ну короче, чтобы не слишком не затягивать видео. И по сложившейся традиции в каждой серии я выполняю какое-нибудь побочное задание, открываю вышку и сюжетное задание. Но поскольку вышка дальше, я отправлюсь и на задание, а потом уже на вышку. Поэтому едем туда. Пупсик едет. Пупсик приехал. Пропустите его. Ну кто, разойдитесь. Ну какие же они вялые эти. Давайте начнем. Вдруг неожиданно стемнело, но это ясно, это все заскриптовано. Миссия должна проходить ночью, поэтому она и вокруг моментально стала ночь. Так. Опа. В принципе, если тут зажать пробел, то он как ассасин прыгает. Ну, то есть как предыдущих. Анализе. А, Z. Понятно. Так. Поток разделен. Значит, и щитков там два. Так, я могу активировать его. Нет, не могу. Видимо, мне надо найти тот второй. Вот этой вот. Ну, типа, нет. Он может, не может. В прошлый раз он мне как-то запрыгнул туда. Нет, он не может здесь запрыгнуть. Ну ладно, поэтому надо пешочком пойдем. А, ну тут даже и лифт есть. Ух ты, я таких лифтов тут не видел еще. Давайте. Поехали. Он просто на кнопку нажать не может. Зачем он взламывает постоянно лифт? Я не понимаю этой логики. Это как-то нелогично все. И... Наверное, я все-таки на лифт залез. Где-то у нас камера. Да. Вот, в принципе, довольно быстро справились с данной задачей. Она не очень сложная была. Тут он даже есть лестница. Не надо паркурить опять. В принципе, я не... Нет. Я не хочу ничего сейчас взрывать. Ну. А, еще второй там где-то запрятан. И сразу я сообразил. Так, этот сигнал идет куда? Если этот сигнал идет туда наверх. Давай воспользуемся этой камерой. На... Ну и вот он этот. Теперь надо этот самый открыть. Нет. Так, надо открыть фигню, которая там находится, он залезть не может. Поэтому воспользуемся лестницей опять. Так. Где он? Тут он. Взламывай. И опять эти загадки. Головоломки.
Надо, чтобы вниз он шел. Довольно несложное было. Так. А нам что нужно? Нам нужно это, открыть этот. Так, два есть, надо... чтобы снизу был. Все, это было просто. Это еще что? Кандидат. Камер. Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешай. Так, нет, здесь нет камер. Сработала, вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Похоже, для вас, громилы, есть новое задание. Но а, снайпер какой-то появился тут. Ой, их даже несколько. Но со снайпером мы сейчас разберемся. Так. Так, и сейчас. Делаем блокаут. Вот черт, света нет. Затлип. Да. Нет, погибли. Поехали, поехали отсюда. Бортани его! Господи, едем, сейчас заедем. Ну, удобная он функция блокаут, конечно. Не будем сейчас увлекаться на взломы. Никакие, поедем. На месте! Ну что у вас? У нас ничего. А, я даже не знал, что там можно проехать. Надеюсь, никого в туалете не было здесь, который я снес благополучно. Так, ну вот мы его нашли, сейчас мы подъедем к нему. Да. Хотя давайте пешком пойдем. Мне кажется, так быстрее будет. Он же там на машине объезжать надо. Так. Ну вот, если зажать пробел, он так же бегает, как, в принципе, ассасин в первых частях. Кто что это за фигня, я не видел никогда.
Телефон валяется. Разве не умница? Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил Ники. Что нужно, Дэмиан? Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Кто на нас напал? А ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты. Это же зацепка. Ну-ну. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Это не тот тип из новостей. Он что-то знает о Мерло. И где наше задание второе? Что-то я не понимаю. А что? А, вот оно. Далеко, далеко. Ну тогда я думаю, по пути можно заехать на вышку тогда. Я думаю, все-таки зря мы, он отклонил предложение о помощи. Я бы на его месте, конечно, согласился. Что-то такое. Короче, Ви, никого не пускай вообще. Так, ну, нам надо взять какую-то машинку, хотя хватит уже отбирать их, можно уже и заказать. Даже давайте мой мотоцикл закажем. Карета подана. И тем более они довольно близко появляются. На меня кто-то напал. Окей. Сейчас я его найду. Не хакер. Так. Искать подозрительную. Чаще всего они в машинах прячутся.
все где-то там. Да ёлки. Где он? Ну вот, мы его и убили. А теперь мы едем к вышке. Заходим в вышку, а потом уже отправимся на задание. Так, что там? Что могу прокачать? Вот тебе бесшумность, бесшумный спринт, или как там это называется. Концентрация, это тоже круто. Так. Да, вертолет мы уже не прокачаем, а... А это у нас что? Помехи в эфире. Ну ладно, давайте тоже прокачаем, потому что... Очки навыков. Полиция что-то там едет. Ой, я не помню, что тут бывает. Стена из заграждений. Люди на крыше. Прикольно, кстати, тут граффити. На преступлением мы займемся, но сразу после того, как разберемся с вышкой. Теперь разблокируем ее и выполним побочное задание вот это. И отправимся на сюжетную. Так, там сюда. Ну да, а потом сядем на надземное метро, как тут оно называется, и доедем уже туда. Я думаю, так нормально будет. Прямо ему по лицу заехал. Черт. Что? Нет, я... Что происходит? Он вооружен. Я застрял. 911, расскажите, я что произошло. Кто-то стреляет! Я застрял. Что это такое? Сканирование CDOS запущено. Начинаю поиск. Он выпрыгнуть не может отсюда. Ну. Вот попадал его! Это ты виноват. Это этот виноват. Ты виноват. Я тебя казню. На. Не плевать мне на репутацию мою плохую.
ты сделаешь? Нейтрализовал. Твою мать, ты видел? Опа, я буду от вас отстреливаться до последнего. Мой хром вас покарает за это. Ну вот, единственный способ, как... выбраться отсюда. Ну а теперь тогда уж отправимся на задание. Так, сюда. Сначала надо сесть на метро. А что, оно тут недалеко? Мы сейчас не будем блокаут устраивать. А где там поезд? Поезд. Я тебя жду. Если бы у меня был мотоцикл, я бы поехал бы по путям, догнал поезд, сел бы в него и пере... А, чего? Быструю поездку. Конечно, не очень логично. Так, а, я не могу прям так переместиться, но вот та самая ближняя остановка к заданию, а оттуда уже там своим ходом отправимся. Подлатали, сменили маску. Ой, я испугался, думаю, бой сейчас меня собьет. Кто там жаждет, чтобы я его взломал? Ну вот, я заберу тебе все деньги. О, далеко. Мою машинку поставили, так что я возьму чужую. А, записан мотоцикл. Я воспользуюсь мотоциклом. Мотоцикл я больше люблю, чем машины здесь. Что же они так медленно открываются? Там что-то... А, не перекрест. Ой, да. Светофор случайно взломал. На мотоцикле сбит фонарик, конечно. Ой, господи, никто не ранен. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но... хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден? Не надо мне брать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя.
Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи.